Этот домик аиста уже давно стал мозырской достопримечательностью, а горожане каждую весну ждут и надеются, что пернатый вернется в свое родное гнездо. Вместе с супругой обзаведутся потомством, а потом весь город будет внимательно следить за тем, сколько в этот раз появилось на свет птенцов. Вот такой вот аистовый дом 2, правда без скандалов, измен и бесконечных разборок. К сожалению, последние несколько лет гнездо пустовало, зарастало травой и кустарниками. Его почистили, но птицы все равно не прилетали. И вот весной 2023-го свершилось, наконец-то, долгожданный любимый бусел в центральном мозырском гнезде. Теперь на протяжении всего лета горожане смогут воочию следить за аистовой жизнью.